Здорово, народ, с вами Гобс. Сейчас я вам расскажу про самую главную вишенку на торте, которую предоставила нам компания Sony, ну точнее ее презентация. Нам показали анонсирующий трейлер Metal Gear Solid 3 ремейк и назвали его Metal Gear Solid Delta. К сожалению, кроме того, чтобы оценить визуал игры, мы не можем сделать ничего. Показали несколько локаций, которые были в оригинальной игре, и как их перерисовали, и, честно говоря, мне это нравится. Никогда не был особым поклонником серии Metal Gear, но в целом к третьей части отношусь с неким паритетом. Мне она нравится, но не сильно. Да и у меня очень много вопросов к месту расположения, к действиям, отношения к русским, почему майор с капитанскими погонами ходит. Ну, у нас же Кодзима гений, он не может взять и посмотреть табель о рангах Советского Союза. Это же так сложно сделать, поэтому он придумает свои. Ну или просто додумает. В общем, да, ждем однозначно, но не знаю, что получится. Плюс ко всему, есть еще некоторые вопросы по поводу того, кто будет озвучивать главного героя. Потому что вроде как основной актер озвучки поругался с компанией Konami. Так что черт его знает, чем это может закончиться. Ну а на сегодня это все. До свидания.